Мамка березовый сок закрывала. И я у нее лимонной кислоты подтырил. Тут реально порция динозавра может разогнать до 100 км в час. И где этот Тупорев? Позвонил, позвал раньше. Че ему от меня надо вообще? О! Здорово, кореш! О, Тупорев. Все как я и планировал. Никого нету, и только ты, да я. Ну что ты опять придумал? Чувствую, жареным пахнет. Сейчас все расскажу. Брай свою шарманку. Смотри, что у меня тут. Так, аккуратно только. О! Короче, я тут такое придумал. И им всем отомстить. Ты ж не хочешь к директору идти? Конечно, не хочу. Ну так вот, смотри и слушай. Ничего себе, что это за набор такой волшебный? Сейчас все узнаешь, тут и вкусняшки есть. А, ты просто меня угостить решил, да? Не, ну если хочешь, на, жахни своего соуса, японец. Тупорев, не томи, рассказывай. Да что тут рассказывать, это ты увидишь, когда придут наши однокласснички. Это стандартная схема. Этим печенькам пригодится куча перца. Ну, а лимонная кислота, представляешь, какая она противная. Попробуй немножко. Ужас. О, нифига себе. О, так вот, лимонная кислота будет нужна для конфет. А это приманка. Ничего не понял, но очень интересно. Еще бы. Мы сделаем так. Короче, мы разнесем так класс, что нас с тобой уже к директору не вызовут. А кого-нибудь другого и про нас забудут. А теперь смотри внимательно и будешь мне потом подыгрывать. Ну что, начнем с конфеток. А эти откроем, чтобы уже были открыты. Пробовал такие хоть раз? Пробовал, это такой кисляк, вообще невозможно. Ну так вот эти, ботанозаучки тоже кисляк не любят. Я, кстати, тоже не очень. Хе, но я из обычных сладеньких сделаю еще больше кисляк, чем вот эти. Ну и как же? Хе-хе. Мамка березовый сок закрывала, и я у нее лимонной кислоты подтырил. Ща мы обильно посыпем, и все. А теперь тщательно перемешаем. Как ты додумался до такого? Так же, как эти вот до этого. Только я тут жалеть никого не собираюсь. Капец. Пранк раз готов. Прячу к себе пока в рюкзак. Ну и что ты дальше будешь делать? Так, дальше мы займемся вот этими сладкими орешками. Никто же не ожидает, что они могут быть не сильно сладкими. Перец! Тупорев, мне теперь страшно становится. Да не брызгай ты! Я ж тебя не буду подкалывать. Сиди тут спокойно и просто поддакивай. Глядишь, и к директору идти не надо будет. Аккуратно открываем. О! Берем черный молотый перец. Обильно так берем. Ватя, ты чего? Тут же с ума сойти можно. Ладно, согласен. Тут реально порция динозавра может разогнать до 100 км в час.
Теперь, чтобы оно приклеилось, берем немножко свежей сгущенки. Вкусняшка. Ху! Можешь облизать. Ну и приклеиваем обратно. А, не то, дорогой, вот так. Тихо вытекает. Исправим. Пока без перца. Сладенькая. Ну и так делаем с каждым орешком. О, кажется, мы немного с перцем перестарались. Ой, спасибо. О, аж насморк прошел. В принципе, есть и польза в этом. Да пусть здоров. Ой, спасибо. А ты крепкий орешек, даже ни разу не чихнул. Ну ладно, сейчас мы их реально в пакетик, чтоб перец не летал, и все будет гуд-гудски. Ага. Оп, и сюда. Так, мне нужна помощь. Давай, ненужные ингредиенты мы тебе в рюкзак спрячем, чтоб я потом не перепутал. Ладно, давай. Главное, не рассыпь. Постараюсь. Ну уж постарайся. А колу дашь попить? Да легко. Держи. А что так мало? Да ты пей, еще пригодится это просто. Ладно. Потом. Так. Вкусно. Прячь ножницы. И вот это. А с этим, ребята, мы уже замутим на ходу. Шухер, кто-то идет. Здравствуйте, Тупорев, Затупин. Удивляете, вы уже в классе? Здравствуйте. Да что ты, подожди, еще звонка не было. У нас еще там пару минут. Ну, вообще-то, Тупорев, учителя всегда надо приветствовать, когда он заходит в класс, даже на перемене. Че сидишь, встань? Здравствуйте, Мария Ивановна! А вы хорошие, тюрьме их пришли, видите? Ага. Мы это, знания подтягивали, свободное от учебы время. Проходите, не стесняйтесь. Здрасте. Садитесь. Чтоб я без вас сделала, садитесь. И вот, эту звезду назвали в честь его, представляешь? Ничего себе. Я тоже мечтаю, когда вырасту, звезду открыть. Здравствуйте, Мария Ивановна! Здравствуйте, Мария Ивановна! Здравствуйте, ребята! Какую звезду вы там собрались открывать? Ха! Какую-какую, Мария Ивановна! Звездолутую! Тупорев, тебя никто не спрашивал. Ребята, присаживайтесь. Привет, ребята! Привет, ребята! Здорово, здорово! Привет! Они еще не представляют себе, что их ждет! Это точно!